Всем привет, я Поля. И сейчас мы с моей мамой едем в парк, который называется Леопарк, и он находится в Кулоне. Поэтому давайте поедем вместе с вами. Сейчас мы уже пошли в парк и идем дальше исследовать парк, потому что здесь безумно красиво. Есть такая ленивая речка, на которой можно ездить на катамаранах, а также есть здесь каток, рестораны и всякие другие развлечения, поэтому давайте пойдем. Катамараны мы решили оставить немножко на попозже, поэтому сейчас мы идем искать каток. Ну или же ходить по магазинам. Оказывается, каток найти было не так просто, да и вообще мы его еще не нашли. Нам сказали, что он находится за парком, поэтому мы сейчас выходим, идем на выход и попытаемся найти. Пока что мы безумно рано приехали, и мы пытаемся с мамой немного убить время. Мы уже были и в магазинах, сходили в кафе, посидели немножко, купили кофе. И сейчас идем на каток, который мы все никак не можем найти, потому что он находится... Фиг знает. Я думаю, здесь будет так же, как и в прошлом году. Я была на катке, и там был именно место льда, были такие пластиковые штуки, и на тебя одевают слишком много защиты, и на руки, и на колени, и на голову даже, и... Потому что здесь люди не катаются на коньках, так как тут жаркая страна, поэтому... Они пытаются избежать там. Мне прошло и часа, как мы наконец-то нашли каток. Здесь вот такое вот большое здание надутое, так называемое. И сейчас мы направляемся туда. Посмотрим, может там уже начались какие-то мероприятия или начались какие-то концерты. Посмотрим. Это не наше. Уже немножечко потемнело и началась музыка. И там даже некоторые не танцуют. Поэтому мы смотрим, что где и как.